больше людей выйдет на такую акцию солидарности, тем лучше для нас всех. В моей стране сказали, что у меня нету имени, нету слова, нету голоса. Я чувствую, что меня просто нет. И поэтому я решила выйти, чтобы дать всем понять, что я есть. Сейчас были свидетелями, как ребята перед нами шли, компания «Человек-9», и просто из автозака выбежали сотрудники ОМОНа и люди в гражданском, и просто всех без разбору, кто бы там ушел, всех забирали, абсолютно всех. И били. Был свидетелем, что били.